Мы сегодня приехали с вами на рынок возле Дарнинского вокзала. Тут когда-то была стихийная барахолка, а потом для людей выделили отдельное местечко. Посмотрим, что же можно сегодня здесь увидеть. Вот тут вдоль этого забора рядами стояли люди. Их гоняли, милиция ходила. А сейчас их нет, и для них специально выделили отдельное место на базаре. За эту барахолку была просто война. Милиция подъезжала, грузила все вещи людей, загружала самих людей. Иногда даже были битвы. Ну вот, теперь люди отвоевали себе свое место. Вот заходим, вот вход на эту барахолочку. Вот и посмотрим. Она работает каждый день. Петровка только выходные, а здесь каждый день. Посмотрим, что же интересного можно здесь найти. Есть бижутерия. Есть ножики, есть часы, есть мясорубки, есть даже медаль трамвая троллейбусного управления. Такой медали нету вообще. Это одна единственная. Награждали только тех, которые 25 лет на троллейбусе ездили. Здорово. Пластинка Beatles есть, не поцарапанная, чистая, пожалуйста. Даже щетка есть чистить обувь. Советская. Не покинула голова, когда бабки считают. Спасибо за внимание, ребятки. Подходите. Да, приходите, вот такой классный, веселый продавец, очень позитивный, сразу нашелся. Давайте я сейчас сниму, какая красота у вас и какие интересные. Жалко, что нету шанхайского барса, понимаете, просто вот такая вот здесь, тоже все дешево. Жуковского надо брать, бы запретят завтра. Подходите, видите, какие веселые продавцы, разрешают даже себя снимать, говорит очень много всего интересного. 20 гривен. Чайковский, лампа старинная СССРовская есть. Настоящий янтарь, чутки с настоящего янтаря. Пока люди что-то не покупают, сейчас разъезжались. Ну вот сегодня люди посмотрят и приедут покупать. Петросяна тоже продаю. Петросян по дешевке за 10 гривен. Пластинка. А нет блочка? Да, да, да. Главное, чтобы продать. Да, чтобы там. Подивіться, це сьогодні Надя немає, Надя пішла до зубного, де моя Надя. Як мені треба, чи я вас уважаю? Ну, так. З такого типу живі білочки. З собою? Ні, я вже шапочки зняли. Целый набор очень интересных, красивых значков. Вот если кто-то хочет продать свою коллекцию, можно сюда прийти, правильно? Или купить. Вот такие симпатичные коврики ручной работы. Шикарные фужеры. Вот такая шикарная ваза. Отличная, очень красивая. Много очень интересных вещей у этого продавца. И очень красиво все организовано на столиках. Что самое важное, что есть цены. Да. Ты приходишь, и тебе сразу видно, что можно купить почем. Конечно, без обмана. Больше того, цены... У вас лопаты нет? Лопаты нет еще. Больше того, цены очень демократичные, прекрасные. А вы чемоданы берете? Чемоданы? Ой, уже сучу. Я куча, я не знаю, куда я делаю. У нас есть 4. Просто их много. Дарницкий, Дарницкий артель. Лучше, чем?
монетки, винтажные духи, очень красивый подсвечник, фарфоровые куколки. А раньше из ракушек были очень модные такие вот симпатичные шкатулки. И как украшения для деревьев висят прекрасные, замечательные, всевозможные, очень красивые бусы и колье. О, даже есть речной жемчуг. Все дерево украшено. Видите, какая красота? Расчески, игрушки. А дарница тоже ассортимент неплохой. Старые шкатулки. Вот такие интересные всякие вещицы. Коробочки с книгами, с игрушками, столы со всякой всячиной, с духами. И целый стол мужской радости. Всякие железяки, провода, всякие интересные сверла, часы. У чудесного продавца, очень доброго, который всегда уступает. Мне уступил когда-то. Так что вот такое место отдали под барахолку. Каждого дня люди отвоевали себе фактически это место. Вот, а умка хочет?